Для нас, этих монопольщиков, это как бальзам на душу. Сегодня вот такое мероприятие, которое проводит наше правительство совместно Евразиатской экономической комиссии, проходит на территории нашей республики. Наша республика одним из серьезных республик Российской Федерации, большим научным и промышленным потенциалом, большим количеством сельхозугодий, сильными промышленными предприятиями, научными персоналами и очень большим количеством людей, которые сегодня целенаправленно работают на развитие экономики и на развитие нашей страны.